Как ухаживать за рассадой томатов после пикировки? Вы узнаете, что входит в уход за рассадой томаты, как правильно подготовить землю, участок, как правильно пересадить и обработать от вредителей. Избежать ошибок невозможно, но вам под силу применять максимальное количество полезных рекомендаций по выращиванию рассады томатов на участке, которые в комплексе позволят создать комфортную среду для развития. Уход за рассадой томатов после пикировки состоит из подготовки участка под рассаду, ухода после пересадки, базовый уровень, обработки от вредителей, продвинутая методика. Рассмотрим каждый из этапов ухода. Первое. Подготовка участка под рассадку томатов. Поскольку есть несколько подходов пикировки томатов, один или два в домашних условиях, ориентироваться в подготовке грунта можно по погодным условиям. Как только участок прогреется до 20 градусов, пропалывайте от сорняков, обрабатывайте землю под посадку и насыщайте подходящими компонентами. На этом этапе система ухода следующая: очистить и сформировать грядки, схема посадки, обеззаразить и подрыхлить, насытить минералами, органиками или пролить питательным раствором. Что использовать? Для обеззараживания марганцовку, а для масштабных обработок хлорную известь, формалин и пародион либо сидираты. Как сажать горчицу сидират, мы рассказали на сайте TuneCheInfo. Для насыщения минеральными удобрениями, перепревшей органикой, либо депонит микс, также используйте, если надо подкормить. Схема пикировки томатов рассадой в грунт. Расстояние между посадочными лунками 40 см, между рядами 50, а расстояние в проходе 80 см. Технические приемы и линейная посадка рассады томатов в несколько рядов. Второе. Уход за рассадой томатов после пикировки. За неделю до пикировки в грунт начните закаливать рассаду томатов, перемещая на балкон. Сначала оставляйте на 30 минут, затем увеличивайте до пары часов в день. Приспособленную рассаду переносите в грунт и высаживайте по предложенной схеме, углубляя до первых листов. Температура воздуха в дневное время 18 градусов, в ночное 14 градусов. Постепенно температурные показатели будут повышаться. Рассада адаптируется к естественным условиям. Освещение также зависит от текущих погодных условий. Обычно пикировку проводят середины апреля, но чаще в мае, когда грунт в большинстве регионов уже прогрелся. До потепления можно перемещать рассаду под пленку и время от времени снимать на проветривание. Полить сразу же после пересадки и промульчировать сухой землей или песком, забрав тут же излишки влаги. Поливать затем по одному разу в 4-7 дней, ориентируйтесь на температуру и скорость просушивания почвы. Чем выше температура, тем чаще увлажнение. Полить сразу после пересадки и промульчировать сухой землей или песком, забрав тут же излишки влаги. Поливать по одному разу в 4-7 дней, ориентируясь на температуру и скорость просушивания почвы. Чем температурные показатели и интенсивнее освещение, тем чаще полив. А первая подкормка только через 2 недели. Третье. Подкормка и обработка от вредителей. Как только базовый уход укрепит рассаду, вводите подкормки. Удобряют минералами и азотными компонентами отдельно. Вносят органику, а также защитные вещества от предлагаемых заболеваний и вредителей, например, фитоспорин. Универсальный препарат позволяет провести базовую профилактику. При выявлении первых симптомов использовать более активные средства. Препараты от болезней на томатах. Квадрис, Ридомил, Максим, Фундазол. Препараты от вредителей на томатах. Боверин, Акторафит, Битоксибацилин, биопрепараты. Пишите в комментариях, как вы ухаживали за рассадой томатов после пикировки.